Привет, друзья! Это «Игра вкусов» и я, Сергей Горбунов. Сегодня мы с вами будем готовить зеленое масло из зелени. В ресторанах это незаменимое украшение для различных блюд. Досмотрите этот ролик до конца, и вы сами все увидите. Ну что, поехали! Для этого нам понадобится укроп, вода холодная. Также мы поставили горячую воду, вскипятили. Первым делом нам надо баланшировать наш укроп. Я его так скручиваю и опускаю прям на секунд 5. Передержать ни в коем случае его нельзя, чтобы цвет у нас не потерялся. Так, далее мы добавляем лед в холодную воду. Так, достаточно. Берем сито. Сразу же остужаем. Так. Далее нам надо будет хорошенько все обсушить. Выжимаем все это. Далее нам надо будет нарезать, чуть-чуть как бы покрошить эту зелень немножко. Погружаем нашу зелень в емкость, добавляем немножко растительного масла. Достаточно. И пробиваем. Далее мы берем вот такую емкость. Нам понадобится сито. И вафельное полотенце. Если нет вафельного полотенца, можно взять какую-нибудь марлю. И вот так вот выжимаем. Так, достаточно. Выжали мы. Смотрите, вот такое вот зелененькое масло у нас получилось из зелени. Берем тарелочку. Изумительно. Любое блюдо ваше будет ярким, красивым. Если данное видео вам понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал «Игра вкусов». Пока-пока, друзья!